Еще пара недель, и у дорожников начнется горячая пора. Чтобы первый серьезный снегопад не стал неприятным сюрпризом, заранее готовят спецтехнику. Зима идет, зиме дорогу. Желательно безопасную и без сугробов на пути. Глава Сергиево-Посадского городского округа Михаил Токарев совместно с депутатом окружного совета Олегом Гаджиевым проверил готовность дорожной техники. В последние несколько дней стали обращаться жители нашего округа с тем, что вот первые заморозки и внутри, так сказать, дворовые территории подмерзают, скользко. Решил сегодня... Вот обратился к главе нашего округа Михаилу Юрьевичу Токареву посмотреть технику, готовы, не готовы. Проехались по Угличу, посмотрели, как работает техника. И вот заехали сегодня сюда на базу. Вся техника в рабочем состоянии. Для обработки дорог заготовлено более 16 тысяч тонн противогололедной смеси. В арсенале дорожников грейдеры, трактора и комбинированные дорожные машины, оснащенные разным оборудованием. Для обеспечения зимнего содержания общедорожной сети в нашем городском округе будет задействовано 67 единиц техники и 84 дорожных рабочих. Содержание улично-дорожной сети будет обеспечиваться силами МБУ благоустройства Сергиево-Посадского городского округа и также двумя подрядчиками. В общей сложности дороги округа будет обслуживать 141 единица техники. Еще более 60 машин проследят за региональными дорогами. Ситуацию на дорогах мониторит круглосуточная дежурная бригада. Сколько техники отправить на уборку, решается в зависимости от погодных условий. Если валит снег, то в строю весь парк. И уборка ведется круглосуточно. Если осадков нет, у дорожников небольшая передышка для проведения плановых работ. Полина Иноземцева, Михаил Кирсанов. Программа «События».